Привет, это очередной выпуск «Мяты мяты». Сегодня речь пойдет только об одном комике и об одном его выступлении. Сегодня у нас Тимур Каргинов, который выступил с неожиданным заявлением, что он внес на сцену слово «хач» и теперь пойдет к слову «чурка». Сегодня речь идет о третьем сезоне 8-й серии стендапа на ТНТ. Короче, ребят, сегодня речь пойдет вот о таком днище. Мне хотелось бы разобрать это выступление, потому что оно достаточно характерное. Я очень люблю Тимура Каргинова, но в последнее время это не тот Тимур Каргинов, которого я знал. Я знал то, что он делает, я не знаю его как человека. Когда Тимур Каргинов начинал, это было очень интересно и очень сильно с точки зрения стендапа. Тимур Каргинов пошел против течения. Он брал понятие восточного человека, человека с гор, разбирал это через призму интеллигентного человека, разумного, мыслящего, вводил в нас в понимание того, что происходит, показывал нас с другой стороны, себя с другой стороны. В общем, это была чудесная подача всех проблем, которые связывали нас с людьми с Кавказа. Это был превосходный осетинский комик, который был выше самой проблемы. И основная проблема была именно в том слове, которое он внес на сцену. Нет позитивного значения у слова «хач». Вообще никакого. То есть нет такого понятия «ой, дорогой, ты у меня такой хороший», ну, прям как «хач». Ничего там нету вообще приятного. И Тимур Каргинов начал его разрушать. Это был человек, который в наше время по телевизору через шутку показывал, что в этом слове... Одна из проблем со словом «хач» – то, что оно переносит эмоциональное состояние, и оно дает суждение, оценку человеку. То есть это не просто обозначение «человек с гор», это очень много связанных с ним эмоций, как ты должен воспринимать этого человека с гор. То есть ты не можешь назвать человека «хачом» и не обидеть его. Нету положительного значения у этого слова. Сегодня Тимур Каргинов выходит на сцену и говорит: «Я сказал слово «хач» первым с телевизора». Я бы не стал это утверждать так прямо, потому что какое бы днище ты ни сделал в телевизоре, наверняка на канале НТВ уже про это сняли сериал на пару сезонов. То есть есть места и похуже Тимур. Но он выходит на сцену, и кроме того, что я вывел хач, черт с тобой, как говорится, вывел и вывел. Он говорит: я дальше буду работать со словом «чурка». И он подходит и говорит: «чурка, тебе нравится?» И кроме того, что это не шутка вообще, и кроме того, что это в принципе отвратительная вещь, мне стало интересно, а в какое время Тимур Каргинов стал шутить про то, что он хач? Как, был ли какой-то этап, который я пропустил, что внезапно у нас Тимур Каргинов обернулся на легкую стезю? Я объясню, для меня это провал. Провал в первую очередь, потому что Тимур снизился на 2 уровня как стендап-комик. Да, это проще. Брать какой-то стереотип и просто серфить его. Я посмотрел предыдущие серии, и это отвратительно. Тимур в последнем сезоне работает как человек, который стоит в каком-нибудь торговом центре с телефоном. То есть ничем не отличается от тех людей, от лица которых он показывал, что бывают и другие кавказцы. Знаете, одна из любимых шуток у Криса Рока – для меня это то, что я люблю черных людей, но ненавижу нигеров. И в этом есть очень сильная подоплека. То, что все понимают, что бывают хорошие и плохие люди. И хорошие люди, они немножко находятся в зависимости от плохих людей, потому что когда ты хороший человек, хороший представитель своего народа, или ты просто хороший человек, на тебя все равно перекликаются все негативные вещи, которые делают плохие представители твоего народа. Ты понимаешь, что они плохие. Мне было очень ценно присутствие на сцене интеллигентного кавказца. Смотрите, здесь есть еще одна проблема. Дело в том, что этот расизм, этот нацизм, его активно поддерживает и форсирует вся программа. То есть есть там Руслан Белый, который объявляет его как первый черный комик. Типа это шутка, но нет, это плохая шутка, например. Или там, когда Тимур сейчас выходит и начинает вместо того, чтобы объяснять, что происходит, просто подчеркивать то, что происходит. То есть это обычная observational комедия, которая, ну, для младшей школы. Она действительно самая благодарная вещь по реакции, но это херово. И я не понимаю, что он хочет достигнуть. То есть я вижу, да, мы все, конечно, хотели бы быть каким-то в таком контакте, который, господи, черные комики имеют контакт со своей аудиторией, то есть там, но я не представляю, чтобы в Осетии Тимур выходил на сцену и говорил: «Здорово, хачи!» И все такие: «Да, наш главный хач там». Плохо это как-то. Больше того, он идет в ту стезю, в которой работают там все современные команды КВН. Это гипертрофированный кавказец. То есть кавказец, мой нос, мои эти, мое все. Вот это вот где?
То есть вот хотелось бы спросить, окей, таких же много. Зачем днище делать вот это вот все? Я вижу, что в последнее время парни ищут ума. То есть стандартное выступление, более-менее продолжительное у комика со сцены в этом сезоне, оно звучит так. Первый блок про что-то, второй блок про ум, третий блок про что-то еще такое легкое, чтобы выйти из него. Так вот, в блоках про ум они обычно скучные. Тупо потому, что ну не надо. Понимаете, сейчас Тимур Каргинов берет очень серьезную весомую тему про расизм. И вроде это выглядит умно, но у умного человека умно выглядит любая фигня. То есть он будет говорить про гвоздь умно, а глупый человек будет говорить про международные отношения настолько тупо, что просто приведу пример ума или глупости. Понимаете, в чем дело? Тема про рабство, которую берет Каргинов, она вообще не относится к текущей ситуации. Вообще никак. Понимаете, рабство отменили у нас давно. Бывшие рабы перестреляли всех, кто сейчас есть, и для нас это просто тема, на которую очень много шутят на Западе. Но понимаете, там рейгановские годы, 86-й год, это расцвет расизма у них там, в Америке. Для них это больная тема, а у нас 200 лет она протухла. Да, понятно, что хочется что-то сказать про рабство в России, но, блин, дорогие мои, во-первых, мы были рабами еще 70 лет после того, как была революция. Затем мы сейчас пытаемся над ними пошутить рабством. Мы вообще не в теме рабства. Не в теме, мы настолько далеко. Хочешь пошутить? Ну, пошути про рабство в Чечне. Давай, вот тебе целое поле для разума. А сейчас это настолько далеко, вообще далеко от нас. Зачем ее брать-то вообще, эту тему про рабство? Блин, кто только не пробовал ее делать. Многие люди, я видел, писали в нее. Но когда ты понимаешь, что она вообще к тебе никак не относится, кроме того, что, может быть, 100 лет назад какой-то человек в твоих предках был рабом, и сказать тебе об этом нечего, потому что это вообще тебя никак не касается сейчас, это бессмысленно. Зачем это вообще делать? Понимаете, Тимур Каргинов говорил про расизм 2 сезона. Чуть великолепно. Это было идеальное послание о том, как воспринимают сейчас людей с Кавказа, как люди с Кавказа относятся к этому, как быть человеку в большом городе, который приехал тоже с гор, и как он достойно это делал. Это был великий стендап, просто роскошный. Человек, который выходил, доносил, работал. Ты смотрел на него и думал, отлично. Вот эта комедия, которая о себе, о чувствах, которую ты можешь рассказать другим людям, и ты просто хотел с этим иметь дело. Не надо ума, не надо брать умные темы. Надо давать умные темы в обычном. Это и есть искусство, когда ты можешь через слово «хуй» выразить все проблемы Вселенной. Умеешь, вот тут ты в кайфной. Вот тут вот и есть сила. Захочу ума, почитаю Википедию. Мне плохо, потому что я в первую очередь за искусство. То есть я за идею, я хочу, чтобы это было красиво, по-настоящему красиво. А когда ты просто лажаешь, вот берешь на 2 уровня ниже, когда ты просираешь все то, что достиг, пытаясь просто пошутить вот на эти сцены. Господи, как-то это отвратительно в его варианте звучит. Не только потому, что он сейчас это делает, а только потому, что ты помнишь, что было. Ты знаешь, что было. Ты знаешь, что это хороший комик. Ты думаешь, куда, мать твою, все... Все идет. Куда-куда? К утомленным солнцем. Вот куда. Была команда «Пирамида». Роскошная команда «Пирамида», которая могла через свой колорит показать больше, чем колорит. Сейчас нет уже такого. То есть нет ни одной умной кавказской команды. Есть харизматичные кавказские команды, есть смешные кавказские команды в этом сраном КВН. Но нету ни одной умной человека, который бы просто выходил и показывал, что он человек, а не кавказец. Наверное, не надо. Но, смотрите, я воспринимаю комедию как открытую церковь. Если Тимур уж выбрал себе такой путь быть хачом-хохмачом, то и, наверное, это его прежде всего дело. Дай бог, чтобы он шутки хорошие писал. Что касается меня, мне очень жаль, что мы потеряли превосходного осетинского комика и получили вполне обычного комика с национальным колоритом. Лично я буду очень скучать.